Жаркий июльский день, заряд креатива, драйва, громкая музыка, тысячи поклонников моды и стиля. Все это Lookbook 2024, грандиозная площадка третьего модного фестиваля, которая расположилась на пространстве возле Дворца водных видов спорта. Здесь разместились десятки павильонов модного маркета, и можно было прикоснуться к манящему и всегда захватывающему миру дизайна и моды, увидеть самые изысканные модные новинки для стильных женщин, манящих мужчин и креативных детей на самый взыскательный вкус. В основном это наши топовые известные бренды, такие как Анет, Делва, Киара, Калибри, Валесия и многие другие предприятия Брестской области. В целом на площадке представлено более 400 участников, включая ремесленников, объекты общественного питания, фуд-корты, игровые городки и другие интерактивные площадки. Огромный павильон привезла на праздник удмуртская делегация. Они создали усадьбу, где каждый желающий мог познакомиться с бытом этого народа. Стать участником мастер-классов по изготовлению кукол-оберегов, научиться прясть. Огромный интерес действия вызвали две печи, которые привезли специально из Ижевска. Именно здесь готовили национальное блюдо – ароматные открытые пирожки из пресного ржаного теста с мясной, грибной или овощной начинкой, залитые сверху смесью из сметаны и яиц. Нам очень приятно здесь быть. Мы приехали большой делегацией, нас больше 60 человек. Здесь и наши туроператоры, здесь и артисты, и представители наших туробъектов, и наша жемчужина гастрономическая – перепечки. Мы привезли с собой две печки, можно попробовать наше национальное блюдо. У нас, как нам показалось, очень много схожего. Мы радеем за наши традиции, мы чтим наших предков, и мы очень бережно по крупицам сохраняем вот эти национальные традиции, которые из поколения в поколение передаем. Вообще город, знаете, поддерживает какие-то традиции. И, во-первых, народ воодушевляет. Интересно все, хорошо. Мы рады. Нелва и Папирио, Полисия, Киара, Калибри, Анита – 40 коллекций брестских производителей, а также модельеров из России и Узбекистана, в числе которых много громких и известных брендов, а также предприятия концерна «Олегпром» представили свою качественную и стильную продукцию по весьма привлекательным низким ценам на фестивале. Мы жители города Бреста, поздравляем наш город с Днем города! Еще мы участвуем в нашем замечательном празднике Lookbook. Приходите на нас посмотреть. Организация шикарная, погода шикарная. Все на Lookbook. В качестве модели коллекция Удмуртия. Просто вау. Наверное, каждый человек найдет себе здесь какое-либо развлечение. Очень интересно. Молодцы организаторы, просто браво. Модный показ длился на протяжении нескольких часов, без перерыва. Здесь можно было увидеть как классические варианты одежды, так и креативные, как летние коллекции, так и коллекции весна-осень. Одежда, представленная на показе, рассчитана абсолютно на каждого. От школьной формы, моделей размера X-size, образов на выход, делового и классического стиля до повседневных. Модный фестиваль изначально был обречен на успех, но вместе с тем он носит и прагматичный коммерческий характер, считают организаторы. Для нас в первую очередь подчеркнуть ту изюминку наших производителей текстильной промышленности «Биллекпрома», совместно с которой мы организовываем этот фестиваль, для того, чтобы показать в первую очередь саму продукцию, показать ее качество, потому что для текущего года, года качества, для нас это очень важно.
и наш текстиль пользуется большим спросом, и мы видим его популярность и востребованность. Брест – это город, где рады любому, который к нам с любовью и от нас добром. И, наверное, в первую очередь мы хотели сказать и показать, что Брест – миролюбивый город, и все начинания, которые происходят здесь, в первую очередь от белорусов, чтобы наши партнеры чувствовали, что мы надежные партнеры, которые не подведут. Благодаря фестивалю моды и стиля слава брестских предприятий станет еще больше, а продажи вырастут. Фестиваль Lookbook 2024 завершился. Ждем продолжения в 2025 году. Лариса Осмолович, Дмитрий Литвинюк, Юрий Ремонтович. Новости Бреста.